бодрящий квас. Для людей, заставших Советский Союз, он один. А как же молодежь? Кисло. Похоже на пиво. Мягкий. Хлебом пахнет. Нос бьет. Квас для молодежи – экзотика. Как рассказать о напитке, если его вкус для каждого разный? Отразить многомерность вкуса в дизайне. Как ты думаешь, кто я, Буба или Кики? А я на кого больше похож? 95% людей говорят, что это Буба. А это Кики. Один мягкий и округлый, другой дерзкий и колкий. Хм, это так похоже на разные стороны одного класса. Но правильного ответа не существует. Можно полюбить квас за его мягкий вкус, а можно за бодрящий прилив сил и бьющие в нос пузырьки. А можно за что-то еще. Один квас, много сторон вкуса, Буба и Кики как отражение этой идеи. Это Буба. Это Кики.